Бывший купеческий особняк в центре Владимира должны будут отреставрировать к 30 апреля 2027 года. Об этом сообщают в городской администрации. Речь идет об этом доме номер 11 на улице Дворянской. Здание включено в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 19 веке купцом и владельцем кирпичного завода Владимиром Тарасовым. В новейшее время здесь располагались магазин, бильярдная и ресторан-клуб на Дворянской. Последние годы особняк пустовал. Теперь стало известно, что городская администрация смогла найти арендатора. Срок действия договора 49 лет. С 19 октября 2023 года по 18 октября 2072 года. Арендатор обязуется поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт, нести расходы на содержание арендуемого здания, поддерживать фасад здания в надлежащем порядке и осуществлять его ремонт. В мэрии отметили, что ранее планировалось провести реставрацию особняка за счет средств городского бюджета. Но затем от этой идеи отказались, в том числе из-за дороговизны планируемого капремонта. Теперь реставрацией дома должна будет заняться компания ООО «Наследие». Именно она стала единственной фирмой, которая заявилась на аукцион по сдаче в аренду старинного особняка. В настоящее время стоимость годовой аренды составляет чуть более 560 тысяч рублей. Однако на время проведения восстановительных работ арендатор будет платить символическую сумму – 1 рубль в год. В будущем в здании планируется открыть общественно-деловой центр. Поскольку со дня заключения договора аренды до 30 апреля 2027 года люди должны проводить капитальный ремонт здания, на этот срок, вот до 30 апреля, значит, там чисто условно рубль в год. Ему дан срок. По моим данным, до 30 апреля 2027 года он должен закончить капитальный ремонт здания. Назначение здания для размещения общественно-делового центра. Офисные помещения могут быть.